Всем привет, меня зовут Марина, сейчас я нахожусь в Сан-Франциско, штат Калифорния. В этом видео я бы хотела выразить огромную благодарность компании визы в Америку. В Америке я уже была 2 раза по визе J-1, и когда я решила, что хочу приехать в Америку еще раз, а я начала обращаться в агентство, которое занимается оформлением документов для получения американской визы, но мне все говорили, что я не смогу получить визу, так как я уже была в Америке 2 раза по визе J-1. А через их канал на YouTube я приехала в офис, и Илья сказал мне, что да, действительно, ситуация у меня непростая, но при правильной подготовке я смогу получить визу в Америку. Так и получилось, мы работали в команде, и я получила свою американскую визу с 1 раза. Если вы хотите поехать в Америку, но переживаете из-за получения визы, обращайтесь в компанию, которые помогут вам со всеми необходимыми документами. Всем удачи, пока!